Привет, с вами Гитлайт, в этом выпуске снова будем напрягать патруль по максимуму, двигаться как бот, но при этом жестко убивать. Плюс, я проверил скинченджер, говорят, он заработал нормально, в ролике увидите нюансы, с которыми, возможно, придется столкнуться, с которыми столкнулся я, а также в конце видео будет еще небольшой бонус. Поехали. Хочешь эту тачку? Тогда тебе в автосалон. А у нас ты найдешь топовые кейсы с дорогими скинами, новую систему апгрейда дропа, бесплатные кейсы. И самое главное, достойную окупаемость. JustCaseNet. Крутые скины доступны каждому. Перейдя по ссылке в описании, получаешь скидку на кейсы. Я уже на разминке сделал что-то неладное. О, все. С разминки пусть начинается жесть. Один в меду. Я его убил. Типа того. Нет, ты играешь не как дебил. Ты очень быстро мышкой двигаешь, это перебор. Так не двигают в основе сильверы, прям много-много-много моментов чекают. Я ж сильвер, который боится спалиться с щитом. Я, короче, савиком сейчас ужасно выстрелил, а Зигла дал жесткую шару. Вот сейчас я что, в голову выстрелил? Там хрен-то никуда было. А, понял. Не, ладно, все, мне надо перестать как дебил играть, я не могу так играть. Мне очень тяжело. Спрыгнул. Через стены. Ой, Dragon Lore. Dragon Lore? Прекрасно. У меня Форест идти до сих пор. Ой, я Форест убил! Не, в бэпсах не было, с Кичина вышел. Все, нормально. Бегите. На, улетает Мэдди. Типа, знаешь, вот, ну, как тотал аутист. Вот это, кстати, хорошая у тебя сейчас голова была. Да, типа не попадаешь, а потом зажал такой альт. И все. А, сейчас интересно будет. Все, ребята, самое мы сделали. Хакс. Там кто-то пишет? Ту. Я не знаю. Первый пузырь. Там жестко было. Там очень жестко было. Андер не вижу. Под Б вижу одну. Я походу по тебе попал пристрелом шорта в Андер. Андер убил. Убил нет. А, яльди. Ну это катка тупо для проверки скинченджера, типа у меня сейчас. Я проверяю, как это будет. А все, уже с пита выходи, там они уже сейчас. А, вон их питу. Ёб твою налево. Ну хоть одна шара, залети. Ой, я жесткий распрыгнул. И никто в пит не пробег. О, найс. Оу. Все, неплохо. Неплохо. А, на САИМ, да. Начали писать. Вот. А вот там есть халк. Айсет. Мы предупреждали. Дернзям нам бой. Дернзям нам бой. Чтобы, если что, я мог спокойно позвонить. У меня КС-ка вылетела. Какие нюансы, пацаны? То есть бывают. Из бандикама ролики закидывают... Что он несет? Боже, мут! Ты сиди. Так вот. Я убить не могу их. Ну, я типа, я не знаю, я добрый какой-то человек. Я букашек просто разрываю, как не знаю кого. Особенно мух. Так, какой авик у нас стоит здесь? Веб? АВП? Какой дефолт, а, это? История драконь. Все. Постоянно смотрим на скины, то есть палим скинченджер, палим ботовскую штуку. Вот так, да, надо смотреть? Так, ладно. Через стены. Там по-любому кто-то есть. Так. Плентит. Последний здесь, да? Все.
По-читерскому. Вау! А в честь чего это? Типа, независимость Украины ж была, да? Вот это оно, по-любому. По максимуму просто теперь баним патрулем. Да, по максимуму. Да что, скинчендер? Ух ты, бля, нихуя себе. Эта игра, они, мне кажется, уже просто боятся. О, боятся и все. Почему я сейчас записываю, а мне ничего не лагает? Но когда я запускаю стрим, все! Все, он же стрим запустил! Он же стримит! А, калаш у меня как бы здесь есть. Все. Разозлил, так сказать, ВХшника. Ну куда ты злишь его, на? Такие тупорылые флешки кидать. Как... Это так, я не знаю, легко? Так странно все. Вот так. Хрен угадаешь, честно. То один уже идет на Б. Пока второй. Да, отлично, типа с Савиком я играю как долбоёб, а с Дигла сразу, да, на Дигле у меня читы, короче, будут. Это так будет думать патруль. Ленистонок. Че, ленистонок, это намек, типа, ставить тарантула Игоря? Этот грабарь меня бесит, что он пишет постоянно секс? Надо в конце игры писать, секс for game. И все. И здесь последний тип пуля. Ну, одного как ВХ, второго как АИМ, все. Чётенько. В той дырочке маленькой он. На-на-на-на-на. Так. Лети! На! Так вот. Типа банихоп у меня тоже. При той игре, которая была раньше, вот этот банихоп почитает за скрипт какой-то или как-то работает, я не знаю. Короче, если какие-то действия кажутся вам техничными, то это все из-за ножа, я вам гарантирую, честно. Нож решает. Камоволна. О, какой-то зеленый, какой-то зарыганный. Еще зарыганный. Вот, вот, новые ножи. Вау! Что это такое? Смотрите. Короче, показываю новые ножи. Фита выходит. И как он осматривает? Ага. Это зубочистка, реально. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Вот здесь уже зачатки профессионала. Сразу видно. Видели, как бомбу технично достал? Ух ты! А! Странно, что... Он пластмассовый, да? Этот новенький. Ага. Это какой-то... Я не знаю, как у мясника, знаете? Вот, мясо резать. Ну, ни один нож мне не нравится. Сердце. Блин! 10 хп ласт убивать. Какая же кла... как же охеренно. Я не олдфак ни в коем случае, но этот нож великолепен. В общем, да, работает, панораме все нормально, я запускал DS-флешки прямо из архива и одну из игр сыграл вообще около недели назад, бана пока что нет. Да, работает нормально в панораме, но все-таки пару раз он у меня вылетал, вы сами все видели. Решение принимайте сами, скачивать или нет, прошла всего неделя, но это вся информация, которую мне удалось собрать с момента начала игры именно со скинченджером. И понятное дело, вы понимаете, произойти может все что угодно. А насчет бонуса, мне удалили ролик один с донатами с ютуба, я его перезалил, поэтому его многие не видели. Сейчас он появится, это очень жесткие эмоции, реально советую его посмотреть. А с вами был GetLight. До скорых встреч.